Всем привет! Сегодня я начну не с самой приятной новости. Хотелось бы, так сказать, почтить человека, который ушел из жизни. Был я с ним знаком. Алексей Карев. Он же... Был у него ник Лемкит. Играли мы с ним в одной покерной команде около 9-10 лет назад. Запомнился мне этот человек как в некоторых случаях довольно такой рейджовый, экспрессивный, но вообще Лёха был молод, со студенческих, наверное, даже раньше. Где-то лет с 18 он играл в покер, в общем-то, и большую часть жизни, скорее всего, посвятил этой игре. И был хорошим игроком плюсовым. Вот, не так давно он скончался от последствий заражения коронавирусом. Очень жалко, конечно, такое узнавать, но так бывает. Ну, в общем-то, как я и сказал, просто хотел, так сказать, дань уважения ему отдать, почтить память и прочее. Не знаю, типа... Ну, я в курсе, что есть ребята с покерного комьюнити, кто поглядывает видосы по ЛТД, мой канал, собственно, вот. Ну, вот ник у него Лемкит, не знаю, в курсе, не в курсе. Как он рассказывал, он сделал его, потому что ему нравилась группа Оазис, и там солист... Солиста зовут Лиам Галлахен, по-моему. Вот, кто не слушал, можете заценить. Чем-то похожи они на Битлов. Вот. Вот в честь него назвал ник, немножко изменил его, да. И получился Лиам Кит. Так что... Соблюдайте меры предосторожности, которые сейчас пропагандируются, там мойте руки, соблюдайте дистанцию, бла-бла-бла. То есть все это работает на случай. Я не знаю, конечно, каким образом Леха заразился коронавирусом. Вот, но... Лишним не будет соблюдение мер безопасности. Вот. Ну и с такой нотки переходим к игре. Играет у нас дед. Дед босс против Нисаба и Спартана. Первая игра. Так. Тут у нас есть... Ту-ту-ту. Друиды. Друиды-фантомы. Есть кулаки. Магнус. Хз. Посмотрим, через что он пойдет. Так. Лорд-паучки у босса. Хорошее начало. И довольно сейвовые. У Нисаба есть собаки, есть капитаны, есть клок. Ну, хороший пик для старта, можно играть. Так, и у Спартана тоже есть собачки, есть ауткаст. Ну, такое. Так, тут собака. Может, он рольнет? Так,
собаку ставит, ролит дубы с турелями, но начинает по-своевому, типа, ну да, потому что турель под дуба хорошая, достройка к 3. Но на голых турелях играть не очень, поэтому да, с дуба пойдет Спартан. А лорд, босс, очевидно, начинает с лорда, и дед пошел через двух фантомов. Бросают они на второй. Так. Спартан добавляет агра. Нахуя? Добавь турель. Здесь два кэпа. Это окей. Здесь паучок. Ну и тут Фантом из 2-0. Изи деф. Странное добавление агра. Турелька намного интереснее. Так, здесь ревенант. А, он рольнул. Чисто в кэпов вышел и заролился. Ревенанта на 4 добавляет. А потом, наверное, будет Акаш делать. Ну, там, не знаю, одну, наверное, Акаш. Или две. Так, два паучка у босса. Здесь Мишка ставится. 4-2 есть. Горелка у первой команды, горелка у второй. Всем горелку. Так. Не сабы. Жирный отвод. Два дуба. Два дуба. Сейчас ламбер. Кинули им на 6. Думаю, что это может быть там сплэш. Так, ну лорд пропускает, очевидно. Фантомов покажет. Ну все, го апаться сразу же. Так, здесь клок. Так, две каши, три дуба. Так, два орка деревяхом пошло. Вроде как вырубил он их. Не сам упускает. Спарта деф. Ну, здесь плохой деф. Восьмерки. У Несабы. Не знаю. Он просто в ламбер пошел. Типа дубы заберут. Так. У босса свенчик. И два лорда. С паучками.
Так, я понимаю, что дед не будет выходить по всяких друидов там, ну, точнее, в Лину. Он будет ломбер делать и кингапать. А, они кидают. А может, босс застрахует? Да. Наверное, да. Ну, тут есть паучки, типа, да, можно няпать. Нет, все-таки он свына продал и апнул лорда. Здесь грифона ставит дед. Так, нормально тут вышли. Плохо у Спарты вышли. Апта деревяха. Здесь есть тролль. Опять не сабы без вэлью дефает. И без имбы на последующую игру. Так, что-то у босса как-то пошли не очень. И там вот-вот у него, наверное, ушло. Ой, пиздец. И надо кинга качать, они хило отдадут. Ну, здесь 4. То же самое, блин. Ну, на горелке в ХП выходит. Хил не отдают. Здесь тоже не отдают. Засыл на арену. Так. Ну тут ничего нового. Опять 12. И здесь тоже 12. Ну тут хуёвый деф. У дубов обычно тоже лик. Поэтому имеет место размен. Первая команда лучше дефает, очевидно. Кинга вкачали. Ну, минус хил у второй тимы. Здесь нормально. Или не минус хил. 12 регена. Не, нормально. Успели заапать.
Так. Дед с боссом качает скрытно кинга. Вероятно, они пойдут в 20-й. То есть два хила есть, они поинкомили. Девчик тоже есть. В дубов, да, они хотят, видимо, 20-ку. А здесь вертолеты спавны. Так себе у худа. Ну тут можно хадесиков, да, и рольнуть. О, появляется минус армор, плюс вампирка. Нормально. У босса. Ну а деду вообще ничего не надо делать. Ему можно грифонов так и штопать, плюс лину или друидов. Хадес и Тини теперь у Спарты. Короче говоря, дефа 20-ки здесь нет. Нисабо натыкал спавнов, но не ролит. Так, вертолет. Ап вертолета. Может рольнуть лучше? А, у него три вертолета. Или у него, может, идея вертолетами доехать 20, я не знаю. Так, босс. О, лины. Лины-мутанты. Спавнов продает, конечно же. Так, гигантский грифончик какой-то. Фул король у второй команды. Ну и практически то же самое у первой. Разменка на 20. Не, ну Спарта пропускает. У Фуда что-то мутный деф. Ага, минус армор нашел. Аппараты, филялка и ноутанки. У Фуда мутный деф. Вампиризм, блядь. Бля, Нисаба поставил на вот танк вот-вот. Ну, полторы черепахи у него. Окей. Так, у босса. Минус две черепахи, минус демон. Минус кряки. Короче, одна черепаха у деда, одна черепаха у босса, а здесь, ну, одну добьют, да, три черепахи и вагон инкома, есть еще там тролль, вижу, в конце бежит. Но два хила. Так, первый. Второй. И чё, всё? Чисто пока инком убивали. Черепахи расточили кинга. Да. Падает Нисабу со Спартой. Первая игра уходит
боссу с дедом. Следующая игра. Так, у деда. Ну, такое себе. Под зомбаря ничего нет толкового. То есть дополнительного милишника разбавляющего нету. Тут ни капитана, ни свенчика какого-то. Ничего нет. Не знаю, как он будет действовать. Ролить может будет. Так, у босса. Ну, друид. Короче, нет, давайте так. Можно через мудменов разыграть. Потом в друида выйти, там, может, с паками что-то закомбинить. Либо он будет играть друидом и паками. Вот так, через 2-0. Здесь. Ту-ту-ту-ту-ту. Ну, вертолеты со снайперами. Алхимик, стимроллер. Хороший пик у Несабы. Есть чем играть. Ну и понятно, короче. Водичка плюс Сакаши у Спартана. Ясно, понятно. Так, дед поставил отвод рольну. Выпали фанты. И он сразу же их ставит. 2-0. Босс поставил друида, заролил. Выкидывает друида, ставит морфов, потому что, ну, как бы, морфы с тайдами это получше. А Несаба играет через химика и 2-0. Здесь Акаша. Стандарт бросают. Ну, здесь фантом надо, водички надо. О, башер. Но не решает. Все равно деф. Так, копят тут ребята. На тройку, видимо, орков хотят. Да, два орка. 8 морфчей. Ну и, как обычно, фантомы на 2-0. Изи дефают. Похер им на орка. Ну, морфы чуть-чуть пустили. Не критично. Дальше ломбиться будут парни. Так, здесь апхимаря на 4. И чё, типа Несаба будет добавлять Зевса или что? Здесь 3 Акаши. Так, и решили они в 7-й ехать. Кидать нечего. Ну, естественно, горелка выпала. Так, здесь стан. Но босс с дедом кидает на пятерку. Ага, чисто одного снипера добавил у нас фуда. Ну и Спартан заломбился, видимо. В 3 Акаши играл. Одна урса проходит у фуда. Хороший деф. Палит горелку. Что у него там было? Да, 3 Акаши просто и отвод. На похуй. Бывает. Так, 7-3. Два снайпера. Ламп и засыл на 7. Естественно. И здесь апкинга пошел от пацанов, потому что ну дефа нет. Тут масс морфы, плюс тайт. Тут танковка под фант. Типа чё? Ага. Интересно.
орк стакнул. Неплохо дед задефал на мутменах и фантомах. Ну, без хила. Хорош. Засылают на 8. Так, здесь стимроллер. Тут 4 акаши, ауры, хилялка. И он уже рольнул. Он не захотел вообще, в принципе, морфами играть. Интересно. Так, ну и все пропускают всю пачку фуда. Окей, дефнул. И тоже без хила. Айстроль к девятке. Ламбер. Ну, здесь просто ламбер был. Здесь босс сделал аж гидру к девятке на всякий случай. Нормально. Надежный деф был. После этого заказывает себе ламбуху. Отводы делает. Здесь вива добавилось у деда и 6-3. Ну, одного заберет, дальше лик. Босс, ну что, двоих или нет? Ну, то есть хотел сказать одного или двоих. Все-таки двоих. Король апнут. На арену что-то тут подсылают. Первая команда жиру добавляет. Дед апнул виву. Не самый понятный выбор под его постройку. Ну ладно, ради десятки он виву поставит, чтобы босса одного забрать. Но дальше ему также танковка нужна. Так. То есть они решили, ну, не сабы со Спартой бурсать 14-й, потому что у деда нет танковки под фант. И то, что валы там нет. Так. Дед апает голема. Для чего? А, ну ладно. Не, вообще можно было просто намаксить фант и рольнуть. Ему в любом случае нужна танковка. Перебирают варианты. Да, увидели кинга. Что тут? Фулл атака. Так, баня на 17 предлагается. Спарта соглашается. Так, у него сейчас танки, стимроллеры и стимы у Несабы. Пять гидр в итоге хочет босс сделать. Тролль, капитаны. Нормально. Ну, 17-го, понятно, там нету, но танковки вагон, конечно.
Король сильный, два хила. Нормально. Так, дед, все хапнул. Ну, может, рольнешь уже? Голема хапать, по-моему, не самая лучшая идея. Или он, может, больше фант будет делать? Тоже вариант. Он чисто не хочет, что ли, вайперов выкидывать против двадцатки. Хм. Так, 17-й размен. У второй команды нет кинга. Вообще. То есть супер слабый. Сейчас пройдемся, что там построено. Значит, не саба. Ну, аптанка, что он еще может? Ой, за медло. А, уже есть за медло. Ну, танк надо апать. И что еще? Они отводы делают. Ну, понятно. Типа, без кинга их сломают все равно, поэтому они решили время выигрывать. Чисто в отводы пихают голду. Тут паки. Угу. Ну, с замедлом, конечно, это крепко. Так, засыл баня. Тут тоже баня. 5 гидр, тролль, капитан. 8 фантомов. Вайпер зачем-то на 17. Непонятно. Так, тут еще до основы ничего не дошло. Может, демона стакнет? Не? Не будет пытаться. Или может, он и так его заберет? Блять, как он вышел охуенно. Ха-ха, повезло этому Нисабе. Смотрите. У Undead'а с боссом уже идут к кингу. Вот просто как работают отводы. Ну, деда, очевидно, сломало. Танковки слишком мало. Еще реген не фуловый. Они уже... А, не, погодите, хилы есть. Раз... Два. Ну и все, их добьет. А здесь столько еще пришли. Поэтому. Ну вот так вот. Это работает. Соответственно. Счет становится 1-1. И перемещаемся на решающую катку. Так, ну чё, снова у деда имба, снова фантомы, на сей раз есть Акаши и стимроллер. Так, и у босса снова ХДСики. ХДСики, прист, нормальный варик. Ну, можно через пака. Так, не саба. Вообще нихуя нет. Ауткаст и ролл. Спартан. Кони, луны. Некр. Ну, не знаю, лунами, наверное. Лучше или как. Или все-таки конь, луны. Не, наверное, просто лунами. А, первая команда ролить не должна. Тут луны. Луны ролл. Выпадают арчи. Арчи клетки. Гризли. Понятно, через арчей пойдет. Так, фудер рольнул. Выпадает хороший пик. Вивы с тараканом, есть капитан, есть тролль, мутанты. Ну, заебись, короче говоря.
Так, ну тут лорд, здесь Акаши. Две вивы, полторы арчи. Ничего не приходит. Спартан посидел 3-0. 2,5 арчи, плюс отвод. Так, бежит ему орк. А, он удалил отвод. Ну, арча его дополнительная засейвит. У Ниса будет таракан под Виверн. Тоже хороший вариант. Дальше он будет ломбериться. Ага, здесь пак. На тройку плюс отвод. А у Акаш. У Акаш отвод был. Он его делал. Но что-то я не понял. Орк пришел у нас боссу. Он его забрал. А как Акаш так пропустили? Типа не прокнуло много тычек, видимо, на ваншот. Видимо, так. Так, и фантома делает. Или может у него, знаете, что, Урса, ну типа не сагрилась сюда, и Урса ушла бить Акаш. Вот еще может быть из-за этого. Так, два пака у босса. Ну, Фуда может на пятерку вообще ничего не ставить. Он и так дефнет под паучком. Это один из наилучших раскладов на 5 с вивами. Так, волна у второй команды, волна у первой. Фуда, фуда, фуда. Что там у тебя в ноль? Отвод добавлю. А, капитан он добавил. Все-таки доставил. Но он будет, видимо, 5-2 сидеть, дальше вив апать. Выходить в две штуки на 7. Так, отводы все есть. Три арчерки. Засыл на 6 от деда с боссом. Урса хермит сюда. Ворчей вива и два хермита. Пропустит Спартан. Ну, виву деф. Кста. Ну, от кинга не перегревают все равно. И засыл на семерочку. Дед с боссом решили докинуть. Это нагло. Имхо. Здесь три пака плюс этот, блядь, клок. Три акаши. Полтора фантома. Отвод жирный. Есть гуля. Орк что-то подстанился. Там на старте подстопился. Блядь, какой хуёвый... О, ясно. Короче, босс стакал орков. А они затерлись. Ну, это руин, короче. Так, что у этих? Спарта лекает. Фуда тоже лекает, но намного меньше, чем Спарта. А, босс задефал. Босс задефал. Ой, то есть дед, дед. Прошу прощения. Это хил? Нет, конечно. Шесть, четыре, семь, три. Докидывают 8. Ну, блядь, Спарт передефер в этой катке.
Ну, так-то тут нормально. Ну, вроде вивы тоже окей, сидят. Не знаю, можно было на девятку строить, вот пока ломбиться. Хилы не отдаются. На девятку кидают. 7-5. Дед, тут прист. Чисто страховочка подъехала. Тролль у фуда. Вивы не апнутые. Спортана пробивает. Ну, чуть-чуть пропускают, апают кинга. На десятке. Ну, вот тут чисто размен гулями. Семь-семь у деда. Не знаю, заберет ли он одного хотя бы. Здесь ап лорда. И тускар, рейнджевик. Босс дефнет в нулину. Хороший дефчик у него. Минус один у деда. Несабу в ноль. Спартан в хлам пропускает. Но все равно один прошел. Здесь тоже один, видимо. На арену подкидывают. И тут сейф под 11-ю волну в виде гризлика. Они еще. А, ну да, у деда у нас value нет. 17 просто. Ну, короче, они решают сейчас value опять же апнуть. И с улучшенными шансами, с повышенными шансами дефнуть 17-й апа кинга. Так, Спарта. Мишек наставил. Теперь у него кони. Куча капитанов. Ну, у босса пока хадесики. Хадесики. Дед уже пропустил. Видимо, они собираются не 17 бросать. Или они баню просто хотят, я хуй знает. Ну, видите, сами ХП. ХП вкачано, атаки мало. Время тянуть хотят. Либо баня, либо куда-то раньше. Ну, куда тут? Сюда приятно, вроде 15 смотрится, как и сюда. Но это тогда в лейт игра пойдет, а на фантомах вроде не хочется в лейт. Хотя это первый пик, может и хочется, не знаю. То есть по ломберам-то они не разгонялись, не стали там все по 7-10 лепить. Да, это 15-й все-таки. Это 15. Ну, у них, считайте, вариант кидает 15. Апают инком, потом 20 пойдут. А здесь... Здесь дубы у Спартана. Мана есть. А тут мутанты. Ну хорошо, что в 17 не пошли. Тут дефочек хороший. Так что 15-20 это нормально. Так, голем. Ага.
Они сабо не достроился намного, не намного. Мутов не накурил. Так, ну его разъебало, понятно. Тут голем сжег все к херам. 24. Ну, фулл кинг. Один хил, наверное. Там еще инком. Наверное, все-таки это один хил. А, у них... А, ну-ну, все. Почему ГГ это? Я уже забыл, они хил где-то отдали или нет? Вроде не отдали. То есть они отдали один хил вот сейчас. Двадцатка опасна, говорит Копич. Ну согласен, у Спартана деф хуета на этом пике. Так что, наверное, надо давать куда-то, может, по 17. 17. Хадесов видели, а тут фанты. Ну, вообще можно 19 побольше накопить, попробовать. Но они решают в 17-й. Так, кинга подкачали. Дед с боссом. Так, что у него кривая постройка, почему? Что, есть лекарь? Нету. Просто криво построил, блин. 5 хадесов. Ну, босс, да, не спешит ролить. Засыл, по сути, нищебродский. Так, фуду даже накурил. У него гидры теперь. Так, фантомы пропускают. Босс тоже пропускает. Кстати, тут много. Это минус 2 хила. Походу. Да, минус 2 хила. И по итогу это хороший мув. И можно попробовать сейчас добить где-то будет. Ну, после двадцатки имею в виду. Значит, что у нас тут? Вертолетик, минус армор, гидры. Ой, тоже гидры, тоже вертолет, кэпы, блядь, аппараты. Ясно. Но ДПСа, кстати, у Спартана мало. Очень мало ДПСа. Босс все-таки заролился. Капитальные аппараты, стимроллер. Против волн с хэви армором у него вообще ничего нет. То есть магическую атаку бы ему. Так, здесь танчики. Танчики, тени, капитаны. Так, размен на 20 или что? Да. На 20-ку скинули. Блядь, два демона Нисаби. Спарта снова перед Эфир посидел надежно на дубах. Ну, здесь правильно это. Дубы это всегда плохо. На двадцатке. Одна черепашка пройдет, фуда захавает. Ну, здесь у нас босс задефул. Ну, может, засумонят. А, ну и так справились.
Нормально. Ну чё, большие инкомы, большое value. Подкидывают арену. Я вот думаю, захотят ли они рисковать и копить куда-то. Ладно, сейчас посмотрим. Типа у Нисабы со Спартой Гидры, Спартану вообще противопоказано ролить. То есть ему надо сейчас заштопать гидрами все пространство, что у него есть. Сколько? А, все, у него ластрон. Ну да. Короче, ему надо масс гидр херачить всяких баншей там. Может даже аппаратов натыкать миллион штук, как range damage. Ага, решают на инком кидать. Понятно. Ага, ну и дед с боссом точно так же решают. Давай на инком. У босса куча роллов. У деда, кстати, уже не так много роллов. После фантомчиков-то. В общем, ясно. Набивание инкома и поиск пиков у нас пошел. Так, морты нага, были деревяхи у босса. Ага, замедло вижу, появилось. А он наставил престов? Или... Ой, он одного преста только бахнул. Маловато. Ну да, они все по 600 инка типа делают и все. И копят. Так, Никры есть у Фуда, Банша. Ну тут можно Меркуриями реально. Меркурий, о, Лины, все, Ластрол, Лины и Неотанки, плюс Гарпии, отличный пик под Гидр. Тут Никры, тоже хорошо. Ой, и есть Лекари. Лекари под маной будут. У босса тоже лекари. Мутанты. А, нет роллов. Ну, вивы, наверное. Это воздух хотя бы. Лекарей мало. Кста. Шейкеры. ДПС неплохой вроде бы. Еще ролл у дедушки есть. И гидры. Гидры под танчиков, под лин тоже хорошо. Но много он их не наштопает уже.
Ну, кстати, лекарей он немного поставил. Но у него, видите, два оракла есть. А, сейчас еще, наверное, херня будет. Опять не успеют убежать в ТП. До сих пор, ну, последний пик, то есть успел бы все равно. Так, гарпии, мана, то есть все, танки, гидры, тут вивы. И гидрульки. Так, ну ничего не ста. Ага, здесь так сбоку. Ну правильно, правильно. Так, здесь тоже вроде правильно. Ну, надо ударить. Ага. Так, тут все агрится. У Спартана тоже все агрится. Здесь нормально. Здесь тоже нормально. Ну что, все вроде хорошо сработало. Ну, вообще времени мало осталось. Да, никто не затпшится к Кингу. Жестко. Ну, кстати, ближе всех получается Undead с боссом, они прямо у ТПшек находятся. Ой, деда поломало уже все. Он пропускает. И босс. Босс. Может, он задефает это ТПшница, Кингу. Так, Фуда со Спартой справились. Залетают. У босса, ну, считайте, минус один игрок уже. И все. Так, вагон еще дерьма у Нисабуса с Спартой. И победа второй команды. И получается, Спартанчик с Нисабой будут играть против тролля и подавана в серии Бо-3. Бо-3. Но это уже следующий видосик. Все, всем спасибо, кто посмотрел. Не болейте. Всем пока.